полудню возле нового дома по улице Суворова поселка Черноморского было многолюдно. Здесь прошла церемония вручения ключей от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Поздравить новоселов прибыли почетные гости. Ежегодно в крае выделяется более 2 миллиардов рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы эти деньги вырастали вот в такое прекрасное жилье. Я сегодня перед началом мероприятия прошел по квартирам, посмотрел. То качество, которое я увидел, говорит о том, что в Северском районе к этому вопросу подходят с душой. И вот наступил долгожданный, самый волнительный момент. Из рук почетных гостей каждый новосел получил свой заветный ключ с номером квартиры. Спасибо большое губернатору Краснодарского края, спасибо большое главе Северского района за такие предоставленные нам комфортабельные условия, уютные квартиры, в которых будет процветать счастье, уют и доброта. Спасибо. По традиции новоселы и гости перерезали красную ленту, а после отправились на экскурсию. К домам подведены все коммуникации – газ, свет и вода. Строители стремились сделать жизнь хозяев максимально комфортной и уютной. В самих квартирах сделан косметический ремонт. Поклеены обои, в ванной установлена необходимая сантехника. Да и на кухне можно готовить праздничный обед. Тем более, что и плита, и раковина установлены. Осталось только привезти мебель, и можно заселяться. Большое спасибо губернатору, главе района за то, что помогли приобрести такой уютный уголок. Очень комфортабельно и сделано с душой. Уже несколько лет Северский район обеспечивает ребят собственным жильем. Это стало возможным благодаря реализации краевой программы «Дети Кубани», разработанной по инициативе президента и поддержке губернатора края. В этот раз ключи вручили от 31 квартиры.